искусственную елку итальянского производства из высококачественного полихлорвинилового сырья, которое легко собирается буквально за несколько минут. Ветви легко вставляются в дюралевый ствол, которую можно легко сложить просто у себя дома. Владенец и тот разберется в этих вещах. Прилагается баллончик с запахом хвои. А с мочой нету? Нет, папа, чего вам привезем завтра? Только не забудьте. А с запахом мочи нету? Мочу мы вам завтра принесем. Хорошо. А также у нас имеется для тех, кто не успел поздравить своих близких с Рождеством, имеются открытки трех видов. Алфы и пастухи, святое семейство, бегство в Египет, избиение младенцем воинами царя Ирода. А также у нас тут еще есть Дева Мария с младенцем на осле, святой Иосиф с ангелами впереди. Имеется также расписание электричек на Новый год. Прямо за мной контролеры. Контролеры. Ваня, иди сказку мне расскажи. Будешь так вести себя, козленочком станешь. Приготовили билетики. Спать хочу. Ваши билеты. Не спим, просыпаемся. Спать хочу. Не спим. Успокойся. Спасибо. Ваши билетики. Грязный пол, шапку бросил. Ваши билеты. Даже если нас высадят до города одной станции, доберемся пешком. В каких ты башмаках? Что у тебя на ногах? А где шерстяные носки? Почему ты не в ботинках? Я нашел носков! Я с вечера тебе положила их в зимние ботинки! Зимние ботинки мне жмут, а носки можно купить! Нет! Деньги у нас есть только на еду! Они ничего не сделают, если не будешь бояться. Кажется, я боюсь. А ты возьми и не бойся. Они в сущности безобидные. Пожалей их и перестанешь бояться. Я этому научилась. Получается? Не получается. А ты подумай. Они бездомные. Их бросили. Они никому не нужны. Ну как, боишься? Ну, совсем немножко. Который час? Это ограбление! Куда они пошли? Не его
бойся, я с тобой, я тебя узнал. Вы не местные, я вас не знаю, я не совершеннолетняя. Мы тоже не совершеннолетние. Камень за базухой, деньги, деньги. Мой брат простужен. Вот тебя не вези из чужого пальта. Нам ничего чужого не надо, кроме своего. Но там было не было надето. Возьмите мое пальто, но оставьте ему пальто. Эй! Эй, послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро заржавело, и ржавчина ихняя будет свидетельством против вас. И съест плоть вашу, как огонь. Мальчик, там в кармане фотография. Дайте ее мне, пожалуйста. Дайте, пожалуйста. Миллион, а вопрос... Это твой отец, он музыкант, он на скрипке играет. Кусочка хлеба с ваших пиршеств. Я замерзал на ваших улицах, и вы не согрели меня. Идите же прочь, проклятые, в огонь вечный. И если кто-то воскликнет: «Господи, когда?» Я отвечу. То, что вы не сделали ближнему своему, вы не сделали мне. Думаешь, мне нравится мое пальто? Но я же его ношу. Мне холодно, и я вынуждена его носить. Тебе мама шила новое пальто, а мое купили в секонд-хенде. Помнишь, как мама сняла со стены ковер и шила тебе пальто? А мне вообще не успела. А мне только муфту шила. Ну, хочешь муфту? Ну, хочешь, давай мы вернемся домой обратно на электричке. Но до города же ближе. Алена, я тебя вижу насквозь. Значит, ты мне просто завидовала. Почему? Завидовала, потому что мама мне шила пальто, а не тебе. А теперь ты довольна? Какой ты злой и неблагодарный. Да, я злой и буду злой. Кто виноват, что нас ограбили? Ты! Ты из жадности не купила билеты на электричку, и поэтому нас высадили, и поэтому мы пошли пешком, и поэтому нас ограбили. Логично. Ты бываешь таким противным, что мне хочется куда-нибудь уйти, чтобы тебя не видеть. Даже не хочу на тебя смотреть. Ну иди, я сам уйду. Нашего Никиты глазки сияют. Как у кошки в темноте, да? Смотри, что я нашел в этой страшнючей куртке. А что это? Карты. Сыграем? Я сдаю. Нет, холодно. Замерзнем.
Так, ну що, ви мої перші пасажири. У мене 28-е місце. Так, давайте. Здравствуйте, скажіть, пожалуйста, де Алексей Богданов? Здравствуйте, скажіть, пожалуйста, где Алексей Богданов? 13-е. Здравствуйте, спасибо. Скажіть, пожалуйста, где Алексей Богданов? У нас Мукачевська бригада. Спроси в носильщика. Спасибо. Дяденька, здравствуйте, скажите, пожалуйста, как найти Богданова Алексея? Так у нас большой вокзал. У нас человек 70 только грузчиков. Никто никого не знает. А у нас все друг друга знают. А вы спросите, вот там впереди будут ворота. Давай покатаю тебя. Садись, поехали. Оп. Спросите в справочном, хорошо? Поехали. Дяденька, здравствуйте. Здорово. Где найти Богданова Алексея? А кто это? Я его дочь. Ну, Богданов, Алексей, отец. Он работает, он написал открытку, что работает на вокзале. Он очень скучает за нами. В прошлом году он, ну понимаете, он написал спасибо. Он прислал открытку на Рождество. Написал, что скоро навестит нас. Я не знаю, где его найти. Я вообще его не знаю. Я хочу конфетку. Одна была. А шоколадки шили не хочешь? Попрошайка. Скажите, пожалуйста, где справочная? Ой, не справочная, а справочное бюро, надо говорить. А впрочем, я не знаю, где оно. Не знаю. Скажите, пожалуйста, где справочная? Я не знаю, где-то здесь. У Насти кто? Ничего не знает. Скажите, пожалуйста, где справочная? Ой, не знаю. Скажите, пожалуйста, где справочная? Не знаю. Скажите, пожалуйста, где справочная? Не знаю. Дети! 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 Справочная в кассовом зале. Я на этом вокзале 2 года назад опоздал на поезд. Ну, идите. Ну, идите. А если что, можете у меня переночевать. Спасибо, мы спешим. А я из Херсона. О, а можно у вас переночевать? Хорошо, девушка, хорошо. Девушка, одесский когда будет? Скажите, московский прибывает вовремя? Да, московский по расписанию. Дети. Здравствуйте. Здравствуйте, дети. Вы спрашиваете, будете? Прошу. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а где Алексей Богданов? Он тут работает на вокзале. Богданов. Зайка, мы даем справки только о прибытии и отправлении. А вы скажите, что Богданов пришел, а мы его подождем. А вот сюда, вот в 34-е окошко, пожалуйста. Киев, Львов, во сколько прибывает? Технический перерыв. Спасибо. 40 минут. Но у нас нет часов. Ну, будем наведываться. Московский по расписанию.
поїстав роман, шуткувати, з відер воду виливати. Ой, став роман, шуткувати, з відер воду виливати. Ой, романе, моє серце, остав мені хоч відерце, хоч відерце, хоч кружечку, заспокою я душечку. Хоч відерце, хоч кружечку. Не боль! Я сразу поняла, что ты нарочно не одел свои теплые зимние ботинки. Нет, они мне жмут. Нет, ты их не любишь. Да, они ужасно некрасивые, и я их не люблю. Зато они теплые и прочные. И пришлось бы их еще 100 лет носить. Я ненавижу вещи на вырост. Сначала не болтаешься, а потом, когда ты не дорастаешь... Их пора выбрасывать. Чем это тут так воняет? Противная куртка, вот что так воняет. Ой, там роман, валів пасе, Катерина воду несе, Катерина воду несе, Катерина воду несе. Гарна пісня. Не, нравится. А пассажирам не очень жалуются. На что? На запах. Извините, запах тебе не нравится. Бачишь? Наш Віфлієм повин убогих обідраних босих. Де волхви? Золото понесли до богатих. Де Фіміам? Пішов на парфюм їхнім жінкам. Тепер у нас вітер хату мете. Земля без господаря кругла сирота. Господи Всевишній, чия в тебе не лижня? Як б'ють, так минають. Як б'ють, то з мене починають. Благаю, добре пані, допоможіть. А вона від мене біжить. Хе-хе-хе. Трошки гречки, трошки проса, трошки взута, трошки боса. Навіть вертеп не пускають. Хоч сядь та плач, хоч стоючи кричи. Хе-хе. Заплющу очі, мертва зірка, розплющу очі, чорна біль. На поточку брала, на вербочку клала. Поможи ти, пане Боже, щоб собі думала. Пожалуйста, а вдруг у тебя в кармане окажется дырка?
И туда бы могла просыпаться мелочь, и мы бы купили хлеб. 100 раз уже смотрела, но я не рву карманы, как ты. Вот видишь, как плохо быть такой аккуратистой, как ты. И если бы деньги были в моем кармане, они бы обязательно просыпались через дырку в подкладку. Ну и где бы эта дырка была бы сейчас? Мама. Мама. Дорогая мама. Дорогая мамочка. Дорогая мамочка. Дорогая мамочка. Дорогая мамочка. А почему ты так говоришь? Дорогая. Надо говорить дорогая. Я хочу, чтобы ты написал без ошибок, когда решишь написать ей письмо. А меня не будет рядом. Дорогая. А письмо дойдет? Надо писать дорогая мамочка. Таковы правила. Правила дурацкие. Стоп, не понял, а где же ты будешь? Ну, может быть, я вышла в другую комнату, или пошла на рынок, или в магазин, или заснула. Или умерла? Ха-ха-ха. А я напишу неправильно, и письмо не дойдет, да? Дорогая мамочка, нас с Никитой решили разлучить. Нас с Аленой решили разлучить. Никиту решили отправить в интернат для умственно отсталых детей куда-то под Кременчуг, а меня под Полтаву. А мы не можем жить отдельно друг от друга. Мы убежали ночью, пока было еще темно, чтобы найти наших отцов. Никитиного папу Сережу и моего папу Алексея Богданова. И вот мы на вокзале. В этом городе так много людей, но мы никого не знаем. Ой, мне так надо в туалет. Пойдем, я покажу, где. Внимательно. Вы сейчас идете к начальнику вокзала. Да, вот, да приду идете прямо его. Направо, потом повернули. Я малолетний и выслушайте меня. Смерти. Для вас я есть специальные комнаты. Вы пройдите туда. Когда-то мы были солдаты я и были вот так как равны. Очень. Мы все испытали и не дрогнул. Я очень вот за вас переживаю, на конечно, но лучше, если на вы все-таки встанете. Не сохнут. Ну, послушайте. Я ну, стойте же, вам говорят. Придем. Тихо. Очень хорошо, очень вот хорошо, поймите. Хватит кричать. Что? Дайте понять. Идите, идите, голубчик, я идите. Начальника нельзя, тоже нельзя. Знаю. Ну я что ж вы делаете? Я его сейчас найду, приведу спокойно сюда. Спокойно.
Господи боже мой, сумасшедший дом. Экология надвигается. Кыш, кыш, чилдрены, осторожно. Клин-менеджер едет. Все получится. Тихо. Сейчас три лимончика выпадет. Три лимончика. Смотри, сейчас три лимончика. Да подожди. Три минуты. Сейчас три лимончика и быстро. Давай, пальчиком со мной. Прекрати, не конючи, я тебе сказала. Подожди, смотри. Раз. Вот еще сейчас. Вот смотри. Раз и все. Ну давай. Да никуда мы не опоздаем. Ну что ж такое происходит, а? Так, а где чемодан, а? Я тебя спрашиваю, где чемодан, а? Я тебя для чего здесь поставила? Чтоб ты смотрела, как я играю? Где чемодан? Что ты смотришь? Ух. Чучело, пошли! Ура! Я выиграл! Вот спасибо тебе, Боже Алкин! Запираться надо! Ты радуешь, запираться надо! Другие цветы роскошней и пышней, и ярче краски их, и веселей узоры, но прелести в них нет, таинственной твоей. В чем тайна этих чар? Что ты душе вещаешь? Чем манишь ты к себе и сердце веселишь? Или радости былых ты призрак воскрещаешь, или блаженство мне грядущее сулишь? Не знаю, но меня твое благоухание, как вешняя струя, ласкает и манит, как музыка, она стесняет мне дыхание, и как
огонь любви питает жар планет. Это мой поезд. Это мой поезд. Прозевал, опаздывай на поезд. Засиделся, загостился, пораньше. Не мы, а ты. Если бы я их хотел украсть, я бы не бежал за ним. Тише. Ну, а если это какие-нибудь неправильные деньги, скажем, что мы их нашли. Да, 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 да. Скажем, что мы их нашли. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Можно 2 крутых яйца и половинку батона? 2 крутых яйца. Деточка, ты или с луны свалилась, или ограбила кого-нибудь. Иди в обменный пункт. Иди в обменный пункт. Зачем ты мне загадки загадываешь? Иди. Иди. На яичко. На. На яйцо. Здравствуйте. Для неграмотных сообщаю устно. Всякие операции валютные с несовершеннолетними запрещены по закону. Нам нужно искать взрослого. Только хорошего. Я хороший. Вам очень повезло. Это подарок от фирмы «Домашний очаг». Этот ножичек режет даже проволоку. А это близнецы. Один для сыра, второй тонко и без крошек. Режет самый мягкий хлеб. При этом вы платите за один маленький, в сущности, это копейки. А остальные фирма вам дарит. А сколько копеек? Нам нечего пока что резать. Ну. Здравствуйте, помогите нам поменять. Нет! Ничего менять не надо! Вы ничего не измените! Это не спасает. Нужно измениться самому. Покайтесь! Возведите очи к небу! Да я тебе русским языком... Да сколько раз можно вообще об этом говорить? Фигуха! Да, ну как... Блин. Какого Блин. Хрена? Ёлки-палки, вы что? Вы вообще, у вас в голове что-то есть? Я тебе говорил это много раз! Много раз тебе говорил, а ты мне говоришь, Блин. Что... Нет, да... Да, 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 вот так вот ты ему скажи. А это дети. Слушай, я тебя... И он вдруг говорит... поменяйте нам деньги. Солнышко, подожди, и он вдруг радость. Так удивлённо мне говорит. Да не тебе, я говорю, детям я говорю, да.
И он говорит, фильм называется «Куры идут помогите в рот!» поменять деньги. Зал взорвался аплодисментами. Овации устроили мне, да, мне. Я от смущения, конечно, провалился. Подходят три продюсера ко мне. Три голливудки. Говорят, предлагаем вам снять картину в Голливуде 27, как сейчас помню, с половиной миллионов долларов и 12 долларов на звезд. Я у них серьезно спрашиваю, идея какая? Они между собой корте-мерте, морте-ферте. Какая идея? Мы вам перезвоним. Может быть, вы 7 нам лет прошло. Поменяете? Сейчас я разменяю. 7 лет прошло, и до сих пор они мне не перезвонили. Понял? Меняйте, пожалуйста. Не перезвонили. И когда мне говорят, а искусство без идеи, фигня все это. Слушай, на... задолбал. Короче, задолбал. Все, пока, ну тебя нафиг. Не хочу, не звони мне больше, пошел нафиг. Все, пока. Я их каних, их каних. Я bin gerade jetzt auf Bahnhof. Ich höre dich überhaupt nicht. Warte eine Sekunde. Ja, hallo. Hi, Richie. Also, dass die Realtor проверил, квартира чистая. Да, они совершеннолетние. Квартира чистая и почти в центре. Две лоджии, also zwei Minder, два Kinder, два несовершеннолетних. О них никто не вспомнит. Они в интернате, мать есть алкоголичка, а ее бойфренд, ты знаешь, он ее сожитель, он не прописан. Да, я ничего не слышу. Да, стопудово, 100%, их видели, вата, их редели, 100%, das ist стопудово и паспортной, и unter регистрационной службе у меня свои люди. Ich hab das, Kinder, nein, ich hab das, nein, das ist, это займет две недели, не больше, две недели, успокойся. Nein, du musst nicht reden, ich rede jetzt, ich я говорю, успокойся. Если я тебе сказал, что две недели по новым законам никакие разрешения от опекунского совета не надо. Überhaupt nicht, keine, weiter nichts, gar nichts. Nein, дети не собственники. Ставим, реновируем, делаем ремонт и выставляем на продажу. Шлюз, аус, баста. А у меня и так нет моей жизни. Помогите, пожалуйста, поменять деньги. Он контролирует каждое мое движение. Помогите, пожалуйста, деточка, деньги поменять. Нет, у меня нет. Конечно, без его денег мне не прожить. Но я оживаю, как только помогите, за ним закрывается дверь. Помогите, пожалуйста, поменять деньги. Он какой-то ходячий калькулятор. Он изрекает мертвые слова. Корпоративный уровень продаж. Анализ ситуации на рынке кабельных систем. Уровень корпоративной культуры. Как будто меня живьем зарыли в землю. И каждое его мертвое слово, как ком земли на мой гроб. Пожалуйста. И вот я стала ходить на вокзал. Потому что здесь, на вокзале, я чувствую себя свободной. Из университета Колорадо. Пожалуйста, поменяйте деньги. Нет. Нет. Этолог изучает когнитивные способности животных. Да, конференция. Съехались ученые, изучающие вои европейских волков и лаи собак девяти пород. Таких, как пудели, веймаранеры, американские стаффордширские терьеры, немецкие овчарки, бультерьеры и манчестеры. Систематизация этих европейских воев, лаев и скулений чрезвычайно важна. Был у Христа младенца сад, и много рос, взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал. Ты успеваешь, чтоб сплесть венок себе потом? Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь теперь венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. И из шипов они сплели венок колючий для него. И капли крови вместо роз чело украсили его.
Я закончил. Здравствуйте, я Алена, а это мой брат Никита. Вы не поможете нам поменять деньги в обменном пункте? А то мы несовершеннолетние. Вы согласны или вы заняты? Здравствуйте. Хорошо, я согласна. Хотя я немножечко спешу. Пойдемте, я знаю, где хороший курс. Очередь, а я ведь немножко спешу. Милочка, побудь с Аленой и Никитой, хорошо? Побуду. Побудешь? А я сейчас зайду вон туда через дверь, там моя знакомая работает, она быстро поменяет, ведь я немножечко спешу. Это большие деньги, здесь хороший курс, здесь высокий курс. Я такой купюры в руках никогда не держала, интересно даже. Капустой. Слушай, давай договоримся, будем тратить экономно. Опять ты со своей экономикой. Надоело. Я нашел деньги, и я решаю. Хорошо, один раз можно. Бывают все-таки такие хорошие люди. Как нам ее отблагодарить? Но почему так долго? Наверное, там тоже очередь. Это? Уходите отсюда! Уходите! Сейчас же! Сейчас же уходите! Господи! А вы что тут делаете? Дети, это служебное помещение. Здесь нельзя находиться. Идите, идите отсюда вам. I think everything's worse and we'll be okay.
Вы Богданов? Да, я Богданов. О, yes. Никита? Я. Верби Грюс из Динамо Сити. How do you like our weather? What the temperature in your car? What the temperature in your car? Why is it good for the Где ты был? Вечно ты теряешься! Где ты опять был? Как ты мог оставить меня? Больше никогда не бросай меня! Я. А так. Король. Дама. На тебе. У тебя счастье. На тебе. А получай. Я. А я. На. У тебя счастье. Ха, я летиру. Тетенька! 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 Море! Тетенька! Тетенька, объявите, пожалуйста, что пришел Богдан, Алексей. Он тут работает, а мы с Аленой ждем его. Скажите, Богдана? Что его ожидает дочь Алена. И Никита. Он такой? Он вообще столяр, но он все умеет делать. Он у нас мебельную фабрику закрыли, и он потерял работу. Он сначала работал в депо, а потом сюда приехал и написал открытку. Сказал, что работает на вокзале. Девочка, ты задерживаешь очередь. Побыстрее давай. У нас очень важный. А ты знаешь, сколько стоит одно слово? Это не даром? Нет, это не даром. Девочка, у меня поезд отходит. Побыстрее давай. На Багамские острова? Ну, пожалуйста. Вы объявите, а он... Ну, что? Наперед. Ну, пожалуйста. Вы объявите, а он придет, рассчитается. Ну, пожалуйста, ну, у нас были деньги, но нас ограбили. Ну, что вам стоит? Мальчик, все. Все, девочка, все, отойди, девочка. Объявите, пожалуйста, хай на 10-м. На этой куртке мне хочется что-нибудь украсть или кому-нибудь ограбить. Сестра опаздывает. А с какого пути 73-й отправляется? Извините, это другое окно. Тетенька, вы, видно, никогда не были ребенком. Если вы не хотите объявить без денег, то пусть вон та тетя объявит. У нее лицо доброе. Обидь. Лучше обидь. Не уйдут ведь. Пожалуйста, оправдай оценку юных физиономистов. Сделай это сама. Не могу. Я же ладно. Объявлю сама. Работник вокзала... Богданов Алексей, подойдите, пожалуйста, к справочному бюро. Вас Спасибо. Ожидает ваша дочь... Алена. Алена. Богданов, вас ожидает ваша дочь. Вас ожидает дочь Алена и Никита. Так надо было сказать. Ну ты что, не слышишь? Вас ожидают дочь Алена и Никита. Так надо было сказать. Он ведь мой отец, но не твой. А кто он мне? Никто. Как это может быть, если ты мне сестра, а он твой отец? Он первый муж нашей мамы. Тебя тогда еще на свете не было, понимаешь? А когда ты родился, он же мужем не был, понимаешь? Не был. Значит, это называется как-то по-другому. Может быть. Ну... Может быть, есть какие-то неизвестные понятия, как Шурин, или внучатый племянник, или свояченица. Может быть, он тебе какой-нибудь внучатый свояченик. Внучатый бабушка, ха-ха-ха. Вызывали? Богданов? Алексей. Богданов Алексей, вам это что-то говорит? Уже больше года, как его уволили. Сначала ее перевели с носильщиков в камеру хранения, он и там что-то натворил. То ли он что-то украл, то ли у него что-то украли, ну что-то было.
что-то было. Что-то было? Его разыскивает дочь. Да вот же они. Эй, эй, подойдите, подойдите, подойдите сюда. Идите, 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 идите сюда. Ты дочь Богданова? Да. Спроси в камере у дежурного кладовщика. Может, он что-нибудь знает о твоем отце? Поняла? Ну вот и все. Тут была его берлога. И он, как все медведи, по окончании зимней спячки выбрался из своей берлоги и пошел в лес за добычей. Идите в самую чащу. Как услышите, ветви хрустят или дерево падает. Это Богданов. Он идет, не разбирая дороги. Неправда, Богданов никакой не медведь. А ты кто такая? Здравствуйте, я его дочь. Примите багаж, очень пожалуйста. Очень похоже. Дяденька, скажите правду, где нам искать его? Он не медведь, он человек. Богданов не медведь, он человек. Очень. Только посмотрите ваш номерок. Очень похоже. Блондинка с голубыми глазами. Что может быть лучше? Ничего, если деньги есть. А человек Богданов тут работал недолго, ушел и адрес никому не оставил. Вернее, его ушли, уволили. Уж не припомню за что. А где же он раньше жил? По какому адресу? Здесь и жил, на стеллажах. Я добрый, я Ты куда полез? Куда ты пошел? Сюда посторонним вход воспрещен. Это он. Ты куда пошел? Это он! Марш отсюда! Это он! Марш! Это он! Марш отсюда! Это что? Это что такое? Это не он. Это не Богданов. Это не он. Это не Богданов. Это мой брат-близнец. Это мой брат-близнец. Не надо храпеть! Или надо храпеть. Пусть храпит. Можно? Мой отец, да, он мастер, столяр, краснодеревщик. Он каждый год присылал открытки, поздравлял. У нас мебельную фабрику закрыли, и он потерял работу. Где это у вас? В Коростышеве. Он был гордый, не привык иждивенцем быть. Вспыльчивый. Но где же нам его искать? Вот уж не знаю, не разговорчивый он был. Искать его! Домой езжайте! Государство не оставит вас! Должно о вас позаботиться! На деньги налогоплательщиков! Вот замески забирайте! Вот две замески после Богданова остались! Ходите, забирайте! Или эти барабаны, например! Завтра можете купить за копейки! Кто-то, видно, уже отбарабанился в этом городе. А сколько городе. Копеек стоит барабан? Нам не нужен барабан! А за что все-таки уволили моего отца? Вспомнил! Пожалуй, бедного пассажира. Тот упросил Богданова взять попугая в клетке. А это строго запрещается. Попугай среди повторял: «Выпустите меня отсюда! Выпустите меня отсюда!» И так через каждые 5 минут: «Выпустите меня!» Ну, Богданов и выпустил. Я пассажир жалобу написал на Богданова за то, что Богданов попугая выпустил. А уволили Богданова за то, что тот попугая взял. Замечательная история. Примите, пожалуйста, да, пожалуйста, багаж. Вот, есть еще один. Мой папа, Сереж. Вот. Скрипка. Успенский переулок. Сколько тут килограмм? А где Успенский переулок? Не знаю. Как ни странно, знаю.
Выходите из вокзала, идете за угол на 8-й трамвай. Садитесь, езжайте до базара. И там рядом Успенский. Ой, видите, он какой Успенский! Домой езжайте! Домой езжайте! Тут не то, что попугая. Тут одна женщина забыла труп мужчины. В саквояже забыла. А потом оказалось, вовсе не труп, а литургический сон. Тут жизнь та еще. Кипит! Скрипач играет на скрипке. А сторож делает стулья, всякие столы или вешалки. Простые вещи, которых полным-полно. Скрипок тоже полным-полно. А столяр может и скрипку сделать. Будем ссориться? Нет, не будем ссориться. Здравствуйте, где переулок Успенский? Где переулок Успенский? Я не знаю. Я ничего не знаю. Я не знаю ничего. Здравствуйте, а где переулок Успенский? О! Куколки мои, лялечки! Будьте мне здоровеньки! Наша молодежь! Наша надежда! Наша молодежь, наша надежда, курочки мои! Курочки мои! Золото наше! Курочки мои, пташечки! Как я вас люблю! Здрасте, у меня ничего нет. Вы не по адресу обратились. Сам нуждаюсь, сам. Вы ошибаетесь, вам ничего не вот надо. Только скажите, где? У вас шнурок. Где переулок Успенский? Ничего не скажу. Знаю эти приколы. Сначала переулок, потом переночевать негде. Да потом ничего, ни денег, у вас. Ни бумаг. Да ничего нам от вас не надо. Ах, просто скажите, где я переулок вами Успенский? Сейчас с вами. Вон, сколько лоха вокруг. Ими вешайте лапшу. А где-нибудь на этих островах сейчас жарища? Ты про Багамские? Ну, а может, было согласиться на интернат? Если вместе, я бы согласился. Но нас собирались разлучить. Я смотрю по карте, эти интернаты так далеко друг от друга, что надо идти целый день пешком. С тех пор, как мама умерла, я без тебя не могу. Все, хватит, Марк, все! Все, я сказал! Хватит, Марк, в конце концов, это мои деньги, понял?
все, довольно, я сказал, драбоучение. Все, хватит, довольно, все, понял. Господа. Что? Что? Карты разложены. Скажите, пожалуйста, как пройти на Успенский? Господа. Погодка на Рождество, что надо? Успенский переулок или улица? Небо и земля. Именно переулок. Переулок? Но переулка-то как раз никто не знает, другой подати не найти. Ну все, хватит, Марк, все, достало! Довольно драмоучений! Не был бы женат на твоей сестре, выкинул бы тебя нахрен из машины! Значит так. Господа, сами не найдете. Мне все равно в ту сторону, залезайте! Давай, пошли. Давай, залазь. Стены окрашены, вам достался соперник безбашенный. Молитвами вашими. Успенская улица – это княжеские хоромы. А переулок выходит на гончарку. Там селились ремесленники. Ну, в общем, беднота всякая. Вроде нас с Марком. Да какие-то жалкие 10 тысяч! Ты вообще радуйся, что я сумел остановиться! В конце концов, нужны какие-то впечатления? Сдохнуть можно с тоски. Считай, в конце концов, что это ушло на благотворительность. Да, кстати, на тему Успенской. Какое письмо получил с Успенской? Ты догадываешься, от кого? Храню как драгоценность, Кейси. Сколько есть оттенков вымогательства. Сейчас тебе прочитаю, дай мне кейс. Он у тебя под ногами. У меня его нет. Там есть одно роскошное место. Петр, у меня его нет. Ну ты же забрал его из казино. Я же пошел забирать фишки, а вас встретил только в холле. Поздравляю. Мы оставили кейс казино. Это был азарт или твоя разгильдяйская рассеянность? Штук убителей. Федор, поворачивай назад. Здесь нет поворота. Поворачивай на прополую. Мы забыли кейс в казино. Поворачивай! Поворачивай! Говоришь о моей губительной, разгильдяйской рассеянности. Да у меня душа в пятки ушла, пока ты там все проигрывал. Меня чуть не вырвало. Я ничего не соображал. Вот это благодаря ей я вспомнил. Это к нашему спору. Это и есть судьба. Роль случая в истории. Ну, понимаешь, жизнь висит на волоске. Вот если бы она не спросила про Успенский, я бы не вспомнил про письмо. Не вспомнил про письмо, не вспомнил бы про кейс. Молись, Марк! Молись! Чтоб его никто там не обнаружил. И тогда ты будешь в вечном долгу вот у этой девочки. Как тебя зовут? Господа, меня Алена, а брата Никита. Если проскочим этот риф, Алена, назову я, кто твоим именем. Спасибо. Вам достался соперник безбашенный. Молитвами вашими. А мне поменять? Вроде хорошая карта. О чем вы задумались? Сделаем, пожалуйста, ставки. Ставим все на красное. Я чувствую, вы победите. Деньги к деньгам. Рискуем. Кто не рискует, тот не сидит, так ну, говорят. Да. Пожалуйста, делаем не ставки, знаю, даже не знаю, что делать с этими картами. Да. Мои поздравления, вы знали этот номер? Я могу рассчитывать на хорошие чаевые? Помним, что равные шансы оплачиваются один к одному, дюжины и колонны два к одному. Да. Думаем и принимаем решение. Что делать? Господа!
господа, давайте договоримся. Вы выбираете номер, я в него попадаю, и выигрыш делим пополам. Я пас. 12 красная, 12 чипов на сплите. Six Line, 8 чипов. Пожалуйста, определяемся. Вы играете только в рулетку или пробуете в карты тоже? У нас есть блэкджек, покер, множество замечательных игр. Ну что тут у меня? Ну, как всегда. Как всегда, Лаша. 3 карты меняем, да? Играет 5 боксов. Обмена, пожалуйста. Мои 2 фишки. Быстрее думаем. 10, черная, последний номер. Пожалуйста, делаем вот ставки. Точно. 8, стрит-дап, 14 полный номер. Ты что, номер? Слепой? Просто щупай со своим браком. Убери руки свои. Убери руки. Слепой, посадь за меня. Слепой, посадь за меня. Ставок больше нет. Спасибо. Ставок больше нет. 15, черная, последняя ставка. 7, красная. Это больше невозможно. Сплит 20, 18, да? 18, красная, пожалуйста. Мои поздравления. Ваш кейс. Хулк! Луна! Да, жизнь продолжается, господа обитатели Вселенной. Рождественский вечер становится удачным. Вот это все. Она приносит удачу. Одна ставка уезжает. Стой. Нигде отпускай. Все нормально, Марк. Все нормально. Все. Все нормально, Марк. Господа, перестаньте. Удачи. Да, спасибо. Спасибо. Дачки, здрасте. Привет. Что? Грузовик Руза работает, играет. Без супруги сегодня. Опачки, здрасте. Вернулся, поехали. Меня. Давай. 6-9, сплит. Сегодня фарс, сегодня. Спасибо, ставок больше. Извините, не положено. Не положено, дети. Так, здесь детям не положено. И это не надо брать чужое. Пожалуйста, детям здесь нельзя быть. Пожалуйста. Никита, да. Никита, пойдем отсюда. Никиточка, так, детям здесь не положено. Здесь детям не положено. Опа, подожди! Лови, Саша, лови его! Чтобы вряд ли вспомните. Стой! Куда? Мысли газали.
Погнали, играем третья дюжина. Чей ребенок, где родители? Аккуратней, нету ставок, как нету спина. Стоп, шарик. Как нету? Нету спина. Как нету? Я поставил на это число. Ставки были нарушены. Некорректные ставки. Что некоррект. Значит нарушены? Все вопросы к администрации. А позови его. Вызывайте позови его сюда, администратора.
Макса. Холодный. Замерз. А вы к кому? К учительнице? К Марье Ивановне? Так она же умерла. А вы моего папу Сережу не знаете? Он тоже скрипач. Ой, нас скрипачи как собак нерезанных. А ну-ка, придержите-ка, ребятки, дверь, а то она мне поломает карниз. Отпускай! Думаешь, я не страдала? А ты вместо того, чтобы поддержать меня, читаешь мне мораль. Я и так истязаю себя угрызениями, разрушающими здоровье. Мне нужен позитив. Ты живешь в нереальности, вне возраста. Какой у нас с тобой может быть позитив? В ближайшие сутки на территории нашей области ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до минус 27 градусов. Ветер северо-западный. Скорость ветра куда? Кому? Дети, вы куда? Вы к кому? Дети, вы что, колядовать здесь будете? Нельзя, дети, не надо. Я вас очень прошу, выйдите из подъезда. Здравствуйте, вы не подскажете, где переулок Успенский? Это где-то на краю света. Ну, не помню, в какой стороне. А помнишь, как ты разбил вазу? Какую вазу? Ну, когда мне исполнилось 9 лет, твой папа Сережа катал тебя в хозяйственной сумке. На колесиках. Ты еще туда помещался. Да, вспомнил. Пора привыкнуть, что она не выносит лифт с тех пор, как... Но ты же знаешь, что он тоже не любит парадных лестниц. Но запах псины в парадной, это невыносимо. Осторожно, ты вступила в говно. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо было спускаться в лифте. Как странно, ну, я же говорил, слова его я в душу говорил, мне запали. Я же говорил. Здрасте. Ну вот, одни только счета и рекламы. Хороши детки, даже не поздравили с Рождеством. Они пишут только тогда, когда им нужны деньги. Ай-яй-яй, только не начинай. Сэль-Ави, мы тоже были такими. Люди гибнут за метом. Говори только о себе. Да? Да. Нет, я все-таки должна подняться наверх и закрыть... верхний замок. Ой, какая чушь. Они просто замерзли. Иначе я всю праздничную ночь буду об этом думать. Нет, ты решила испортить мне Рождество. Ой, мне не нужна эта головная боль. Ой, а ну тебя. Куда? Куда вы удалились? Ой.
Так, 2 часа тебя жду. Сонная тетеря. Давай! Богодельня. Запах хлеба одуряюще прекрасен. Это не просто пища, которой можно удовлетворить голод. Это преизбыток любви, милость мира, благословенный дар жизни. Никита. Никита. Просто интересно, когда же он все-таки вспомнит, что у него есть сестра? Это выходка в его духе. Чуть что, у него в голове что-то щелкает, он выключается и идет, куда глаза глядят. Вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Даже для глупой овцы есть у тебя леденцы. Эники-беники ели вареники. А сыр во рту держал. Шел солдат с боя, нес стакан гноя. Кто первый пикнет, тот его и выпьет. Часы начала 19 века. Бронза. 10 000 раз. 10 000 два. 10 000 три. Продано! Новая форма участия в аукционе – интернет. Не выходя из дома, абсолютно анонимно, станьте участниками волнующего соревнования амбиций. Следующий лот нашего рождественского аукциона – старинная шарманка 19 века, исполненная талантливым тифлисским мастером. В нашем каталоге лот номер 13. Лот номер 13 в превосходном состоянии, с хорошо налаженным механизмом, что мы вам сейчас охотно продемонстрируем. До свидания, пока.
кажется, что в стране возрождаются лучшие традиции изысканного обжорства. Стало быть, общество накануне великих потрясений. Чуткие буржуазные желудки издалека чуют надвигающийся катаклизм и стремятся наесться не просто до отвала, а с виртуозным искусством подлинных знатоков и гурманов. Элементарно, Ватсон. Или ты думаешь, случайно союз французских кулинаров обратился к папе с просьбой вычеркнуть гортанобесие из числа смертных грехов? А что такое гортанобесие? Вникни. Бешенство гортани – вот определение гурманства. А что такое чревоугодие? А чревоугодие – всего лишь щедрая взятка желудку. Шинель номер 5. Чтобы он оставил человека в покое. В этот день наши родные, близкие, маленькие и большие, с замиранием сердца ждут рождественских подарков, восхищающих, неожиданных, но самых заветных. В этот праздник мы все впадаем в детство и все мечтаем найти в чулке под елкой те самые сокровенные подарки, которые мы потеряли в надежде получить. Так не теряйте же времени. Все эти сокровища собраны в нашем супермаркете. Деньги. Дайте что-нибудь, пожалуйста. Я не слышу. Что ты бормочешь? Ну, что молчи. Ты говоришь? Мы бедные. У нас украли деньги. Дайте что-нибудь, пожалуйста. Постой здесь. Я сейчас приду. Хорошо? Мы бедные. Ой, дай мне что-нибудь, пожалуйста. Моя сестра младшая и маленькая. Отец нас бросил, а мама умерла. Нас хотят в разные детские дома отдать. Я под Полтаву, меня в Кременчуг. А мы не хотим расставаться. Дайте что-нибудь, пожалуйста, а то мы погибнем. Ну и какая история? Где сестра? На вокзале, мы живем на вокзале. На, держи. А вы откуда явились? Кто вас сюда поставил? Дмитрий Иванович, этим согласовано? Ну-ка, катись-ка отсюда, голодьба. Ты знаешь, сколько тут нужно платить за место? Нечего здесь стоять, проходите.
Праздник начинается! Давайте, давайте, давайте! Было ваше, стало наше! Клиптомания! Клиптоманы вперед! Время, время, время! У вас 15 минут! Игра начинается! Первая игра в этом сезоне! Быстрее, ловкие, хитрые, наглые! Сейчас я зайду в магазин и принесу тебе хлеба. У тебя нет денег. Денег у меня нет. Не уходи, понимаешь? Никуда не сходи с этого места, пока я не вернусь. Ты понял? Да. Ну а что ты понял? Что ты вернешься. Неправильно. А что мне ответить? То, что ты никуда не сойдешь с этого места, пока я не вернусь. А ты вернешься? Да, и очень скоро. Опять упал. О, Господи, как ты меня напугал. Да? А что я сделал? Ты понял, что я тебе сказала? Да. А что ты понял? Что я тебя испугал. Я тупой. Не надо так говорить. Меня хотели отправить в интернат для умства глупых. Потому что в интернате под Полтавой, куда меня хотели отправить, были места только для девочек. И еще потому что они спешили. Им надо было вовремя составить отчет. И ты не глупый. Просто тебе нельзя приказывать, не объясняя зачем. А взрослые это любят. Они считают, что ребенок должен слепо повиноваться. Это ты так говоришь, а они говорили, что меня надо отправить в интернат для умственно глупых. Умственно отсталых. Просто тебе нельзя, ты когда не понимаешь, где причина, а где последствия, погружаешься в оцепенение. Ну, пока. И ты меня поцелуй. Ну все, я пошла. Круассаны, штрудели, бурекасы, фаготини, тарталетка марципановая, шантильи с заварным кремом. Сколько штук? Эклер, белый бисквит фисташковый, выглядит неплохо. Так, милле-фюлле или фюлле-мюлле какое-то, брать или не брать? Сколько штук? Оплати покупку.
Вышел из игры? Я? Да, вышел. Пожалуйста. Прости. Я просто боюсь. Мне жалко отца. А если будет скандал? О, конечно. Ведь он у нас дипломат. Дело не в этом. Я не могу его огорчать. Он все-таки отец. Знаешь, с уверенностью, кто чей отец? Можно говорить только о породистых псах. И то, если присутствовал при случке. Не думала, что ты так сентиментален. Да нисколько я не сентиментален. Эти огурцы маринованы или солены? 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 Это такое? Мальчики, кошки. Не надо здесь стоять. Ты не глухой? Thank you.
Кися, я в магазине. В магазине? Я возле магазина. Кисуль, я приобрел увеличительное стекло и саквояж. Итальянский. Итальянский? Да, Кисуль, я покупаю лишние ненужные вещи. Я переложу необходимые вещи из чемодана в саквояж, в новый саквояж. А чемодан этот хренов оставлю в машине. Ты же должен спешить. Я спешу, но без суеты. Все рассчитано, Кисуль. Не знаю, ты один раз опоздал. Кроме этого, будь киса психологом. Киса, ты положила кучу ненужных вещей в этот огромный чемодан. И все время путешествия я обречен восхищаться твоей предусмотрительностью, твоим доскональным знанием моих прихотей, привычек, пороков. Это тебя угнетает? Нет. Но мне хотелось каким-нибудь образом избавиться от тирании вещей, подстерегающих каждое мое желание. И вдобавок купить что-нибудь ненужное. Глоток свободы? Красивый саквояж? Алло! Да, киса, да. Мне приглянулся средних размеров. Итальянский саквояж. Так. Из хорошей кожи. Слушай, я тебе... Он заключает в себе... Котик! Образ путешествия налегке. Чувство свободы, юношеской безбытности... Честно говоря, я давно его присмотрел. Но только сейчас решил приобрести. Котик. Чтобы, переложив в него самое необходимое, улететь с ним, а хренов чемодан оставить в багажнике машины до моего возвращения. С такими разговорами. Ладно. Котя. Алло. Да что ж такое? Я три дня ничего не ел! Я три дня ничего не ел! Эть отсюда! Яненька, дай мне, пожалуйста, не любую песенку свою. Я три дня ничего не ел. Сестра младшая, маленькая. Говорит пулеметчик. Я тебе деньги положил. Знаешь, как надо чесать кошек? Надо чесать те места, до которых кошка не может сама своими лапами дотянуться, чтобы почесаться. Я тебе деньги в куртку положил, в правый карман куртки. Возьмите кошку, ей холодно. Эта кошка дается гладить, глаза как у тигра. Теоретически можно кошку взять, только у меня от кошачьей шерсти аллергия. Значит, вам будут делать уколы. Ты, значит, к уколам плохо относишься. Я терпеливый. А я боюсь уколов. У меня есть сестра, ей 10 лет исполнилось. Она пока ушла и не вернулась. Она говорит, что я бываю злой и неблагодарный. Мне нельзя приказывать что-то. А надо объяснять. Иначе у меня в голове что-то переключается. Я могу уйти куда-нибудь и даже потеряться. Аналитик.
Это ты чьи слова-то повторяешь, мамины? Она умерла. Мою сестру зовут Алена. Меня зовут Никита. Никита? А отец где? Он уехал. И все. Давно. Я умею читать по-английски. Медленно. Что тебе надо медленно? Ты знаешь, я вот и по-русски-то медленно читаю. Вот что, Никита, я тебя кому-нибудь поручу. И пришлю за тобой одну тетю. Понял? Понял? Их, идем. Вот, мальчик, проследите. Да? Вот, мальчик, проследите. Хорошо. Ты что здесь делаешь? Я здесь стою. Ты стой лучше там. Подальше от греха и от шкафчиков. Чтоб о тебе плохо не подумали. Огурцы маринованные или соленые? Эти огурцы маринованные или соленые? Эти огурцы маринованные или соленые? Эти огурцы маринованные или соленые? Так, а можно юную леди пропустить вперед? Конечно. Вот огурцы, блин, много их выросло в поле. Я вас слушаю. Эти огурцы маринованные или соленые? Там же написано, они маринованные. Я просто плохо вижу, но тогда я их не куплю. Охрана, вызовите администратора и уборщицу. Кассе номер 3. Касса, баранину не выбивай. Пошли, разберемся. Какие консервы, какой сыр? Это бехеровка. Главное, у меня поместился здесь джин. Я не знаю, я не разбираюсь. Это бехеровка. Я тебе говорю, что я не разбираюсь. Ты тупица. Дрянь, убери от меня свою руку. Ты вообще нечестно воровала. Отойди от меня, дрянная. Я собиралась одеть только шубу. Еще не одеть под нее. Голая. И хотела засунуть драгоценности во влагалище. Ты говорила, что ты не ясно. Но я испугалась холода. Дайте мне пройти.
Дайте мне поехали, поехали, поехали. Пока, пока, пока. Все, до свидания. Счастливо. Пока. Пока, солнышко. Кто это такая? Ой, господи. О, привет. Где ваш главный? Да, как это выглядело? Ну, мы хохотали, просто мурёно. Этот шарфон был действительно отпрыск? Да, все чьи-то отпрыски. Специально пришел, чтобы пожать вашу руку. Веселые ребята. Кто ж победил? Женщина. Ксения от рождения воровки, да. У них избыток огромных мест. Вы все почитали? Оплачено сполна. Так замечательно. Вот эти кадры надо, значит, да. Непременно, непременно. Все стереть. Непременно. Во избежание, во избежание. Непременно не получится. А что не думаешь, что все им сошло с рук? Ну, может быть, главное, что они довольны, что это было весело. Вот. Думаю, что этот аттракцион будет очень даже модным. Всегда вам рады. А теперь, может, они захотят в киллеру поиграться. Слушайте, отличная идея. Да, но это будет дорогое удовольствие. А это вам. Мальчики, работаем? Спасибо. Да. Спасибо. Арбайтен, арбайтен. Сказочная распродажа. Сказочная распродажа. Ну, пожалуйста, выпустите меня отсюда. Ну, выпустите меня отсюда. Ну, выпустите меня отсюда. Выпустите меня отсюда. Выпустите меня отсюда. Сядь. Убежать захотела? Так скажи мне, пожалуйста, ну, фамилию, меня имя, отчество, там мой брат, родители. Там мой брат. Он всем может потеряться. Притом, две кражи я шкафчиков. Прошу, всякий раз очень ценные вещи. Оплатить банку с огурцами, не иначе, как работает наводчик. Ну, нет, много возврата. Нету денег, хорошо, я заплачу за твой банк. Но ты не можешь сказать свою фамилию? Богданова. Богданова, ну, так, имя. Скажи еще, что мама в больнице. Нету денег на билет. А брата зовут Никита. Да, братья и сестры голодные, денег нету. Знаем мы ваших братьев и сестер, по вас колония. Долгут они, как дышат. Не обращай внимания, иначе можно спятить. Ну, пожалуйста. Меня трижды пытались вывести из себя, а я смотрю в глаза и говорю, что провалитесь все пропадом. Знаешь, помогает. Или приведите моего брата сюда, но я вас очень прошу. Иди посмотри, где там мой воображаемый брат. Где ты говоришь, у шкафчиков? У шкафчиков. Ну, пойдем посмотрим. Ну, сейчас посмотрим, где там твой воображаемый брат. Никита, Никиточка. Ну и где тут твой брат воображаемый, а? Вот этот вот, что ли? А? Или вот этот, может быть? Никиточка, как ты меня мог бросить? Никита. Никиточка, ну как ты мог меня бросить? Ну, чё ты? Ну, не надо на полу валяться, а? Вот артистка. Вставай, вставай. Чё ты расселась здесь? Пол грязный. Пошли. Как известно, новое оборудование было установлено в вашем магазине накануне Рождества, поскольку это пик-раш во всех супермаркетах. Система простая и эффективна. На показ выставлены камеры, которые создают... Вот очень хорошо видно. У потенциального похитителя чувство безопасности. Видите, сейчас обед, люди будут приходить, ему кажется, а тележек у них нет. Что просматривается лишь узкая полоса. В то же время настоящие точки слежения тщательно хорошо скрыты. И мы контролируем буквально мне надо туда все пространство. Вы знаете, вот тележки. Это запись. Я им сколько раз, у нас такая текучесть. Каждый знаете, раз объясняешь. Да, хорошо, все видно. Но... Я хочу, чтобы вы просмотрели. Да? Это займет все. Две минуты все, вашего все, драгоценного все, времени. Все. Я специально сделал укрупнение, выкадровку в записи, чтобы были видны возможности нашей аппаратуры. Нажал на кнопку укрупнения, нажал другую, изменение ракурса. Вот. Вот девочка берет хлеб. Как они теперь разросли? Ай-яй-яй-яй-яй. Прячет. Вот еще. Прячет в одежде. В карманы. Видите? Черного уже нет, белый есть. Сколько им, ай-яй, сколько им говорю. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Вот девочка берет хлеб. Вот. Вы знаете, черные быстрее разбирают. Ай-яй-яй. Прячет хлеб в своей одежде.
И, наконец, жадно ест. Настоящая пожирательница хлеба. Может, у нее это на нервной почве? Нет, чтобы конфетку. Очень нервная девочка. Хрестоматийный пример зафиксированной кражи. Что он изъест, то он откусит ее. Это ты? Это же ты! Ты, оказывается, профессиональная воровка. А мы тут про огурцы. Ну, в общем, я ничего не поняла. Пока. Проплыла над двором стая синих ворон. Кисуля, я не могу до тебя дозвониться. Что случилось? Ну, слушай меня. Ты способна слепо повиноваться? Пожалуйста. Это когда за тебя все решает, а ты да-да, еще получаешь удовольствие, да? И вот именно. Садись в машину и мчись в... В аэропорт? Со всей возможной предосторожностью. Не сама, конечно, с водителем. Васю возьми. Да не кота, водителя Васю. И не в аэропорт, а в супермаркет напротив бассейна. Ты купил мне подарок? Можно сказать, что и так. Ну и как я его заполучу? Он ждет тебя у стойки администратора. Ну что, кис, радуйся, веселись. И прыгай. Я нашел тебе мальчика. Какого мальчика, котик? Ты уж забыла? Мальчика! Не младенца, не подростка! Настоящего стопроцентного маленького мальчуга. Он стоит у входа в супермаркет «Солнечный». Господи. Господи. Миловидненький, сказочный мальчик, как ты хотела. Приезжай, забери его. Я почти опаздываю в аэропорт. Ну, не опаздываю, конечно, но... впритык. Совсем впритык.
Машину с вещами я оставлю на парковке. И скажу, чтобы забрали. Нет, сама не утруждайся, не надо. Мальчик тебя ждет. Я договорился с администратором. Поняла, киса? Котик, а что ты имеешь в виду, когда говоришь сказочный? Я имею в виду, киса, что у него такой вид. Одним словом, мальчик как таковой. Классика. Как из святочного рассказа, я не знаю, Андерсона, Диккенса, Такерея. Ну, разве что без кудрей и локонов. А я тоже буду как из сказки. Я буду как фея, понимаешь? Ты помнишь мой маскарадный костюм? Вот сказочной феи. Я вот его уже и одеваю. А он сирота? Ты не спросил? Естественно, сирота. Есть, правда, какая-то сестрица Аленушка. А он Иванушка? Нет. Но его можно переименовать. Котечка. Целую, кисуля. Возьмите сдачу. Спасибо. Послезавтра вернусь. В этой пробке вы можете простоять 2 часа. Баланкин сервис быстро, надежно, безопасно доставим вас в любую точку земного шара. Возрождаем древние китайские традиции. Баланкин сервис. В этой пробке вы можете простоять 2 часа. Быстро, надежно, безопасно доставим вас в любую точку земного шара. Возрождаем древние китайские традиции. Баланкин сервис. В этой пробке вы можете простоять 2 часа. Блин. В этой пробке вы можете простоять 2 часа. Баланкин сервис. Быстро, надежно, безопасно. Доставим вас в любое место земного шара. Возрождаем старинные китайские традиции. Баланкин сервис. Окей, я согласна. Вась, подъедешь к магазину напротив бассейна? Хорошо. Все на месте, фотограф тоже нервничает. Уже свет готов. А где мальчик? А мальчика не будет, вы снимаетесь одна. Наши товары, ваша прелестная улыбка и ваше очарование. Поправим грим и быстренько все снимем. Кстати, у вас нет аллергии на шоколад? Секундочку. Мне мой муж сказал, что меня будет здесь ждать мальчик. Мальчик как таковой. Мальчик как картинка. Мой муж, он у вас покупал саквояж. И мне сказал, что меня будет здесь ждать мальчик. Так вы не из актерского агентства? Какое? У вас претензии к саквояжу? Вы покупательница? О, боже. Администрация там. Где же эта актриса? Ну, где же она? Вы мне сегодня снились. Так каждые 5 минут. Зайдите к директору, зайдите к директору. Вас начертело все. Я за мальчиком. Где мальчик? Какой мальчик? Ну как какой мальчик, которого вам поручили? Сирота. Вам за него заплатили. Лично мне никто ничего не платил. Я передавала сменщику поручение старшего администратора. Он как бы все понял, но значит, как бы недопонял. Не все же одинаково сообразительны. Да. Господи, ну почему же все время все одно и то же? Где же мальчик? Не знаю, где мальчик, какой мальчик. Тут этих мальчиков как собак нерезвых. Негодяйка. Я не негодяйка, уважаемая. Не знаю вашего имени и отчества, но это только со стороны так кажется. Если не вникать. Где у вас хозяйственный отдел? Наверху. На 3-м, на 4-м этаже. Ну, раз я уже здесь оказалась, то я тогда пойду и куплю подарки. Туси и Тоси к Рождеству. Я всегда про них забываю. Всегда. Что вы говорите?
такое пространство. Нас так много. Нас, я имею в виду людей. Толпы людей, как толпы звезд. Боже мой, это улица холода и ветра, площадь голодного спазма, адрес – лютая зима. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было никакого. Плюс-минус один мальчик. Наверное, лучше девочку. Мальчик есть. Его Никитой зовут. У него абсолютный слух. Но я его давно не видел. Давно-давно. На. Спасибо. Поскользнулась, малину. Не спотыкнулась, не поломала себе ножку. Клубнику. Зоя, молчи. Виноград. Осторожненько, не напрягайся. Не люблю. И жога от него. И все будет в порядке, Зоя. Сливу. Груши. Не разговаривай, много молчи. Абрикосы. Спокойно. Под ножки смотри, под ноги. Апельсины. По ступенькам снег идет. А от вишни у меня изжога. Да, я люблю яблоки, черешню, груши, малину, вишни, арбузы. Я тоже люблю груши. Меня Зоя, молчи, тревожит. Не напрягайся. Скользко, под ногами лед. Можно упасть, поломать ногу. У меня Зоя, не напрягайся, не волнуйся. Помаленько, смотри под ноги.
Я до хозяина підходжу і кажу: відпустіть мене, будь ласка, на Різдво додому. Після Нового року повернуся, жінку, дітей побачу. А він мені: какое сейчас Рождество? Католическое. Зачем оно вам? Наше после Нового года. Вот тогда и поедете. А вчера подхожу, а він мені: что вы мне голову морочите? Уже весь мир отметил Рождество. И работает на полную катушку. Ну что ты ему скажешь? Новый год тоже, говорит, собираетесь гулять. Вот подлюка, а. Вот потому и плохо живете, что норовите праздники себе устроить. Старый Новый год тоже собираетесь гулять. Вот подлюка. Ну что ты ему скажешь? Гроши за 2 месяца не заплатил, паспорт у него, я и покинул всю работу. Так все они одинаковы. Вот перед этим причепився шахрай. І те йому не так, і те не до подоби. Падлюка. Посварилися, гроші за півроку не заплатив. Єдина втіха, каналізації йому сміттям засипали. Усі будуть сидіти за столом, а він буде бігати з відром. А санітази як попрет, мене на фокус буде. Аналогічний случай був в Крижополі. Одному зуб вирвали, так він і помер. Вот это ты скажешь, как ляпнешь, вообще не к месту. Чё не к месту? Лучше б молчал. А все говорят, а я буду молчать, так? Где эта дрянь? Куда она поделась? Вчера была, ты не бачил? Невже вкрали? Доведеться платить. То ну що з цими вікрами? Подставляли. Где вона, та дрянь? Тут. Тут нема. Ой, ти диви. А может она под брезентом? Вчера туда ложил ее. Во мне.
вся